А вы видите, премка заканчивается у нас через 2 года. Каким образом, зачем и почему? Сегодня я попытаюсь ответить на эти вопросы. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Довольно-таки интересная тема у нас сегодня появилась для ролика, и это уже третий ролик за очень короткий срок. Обязательно поставьте лайк за такую активность, и я не могу не рассказать об этом, я не могу не рассказать о данном появлении на моем аккаунте премиум аккаунта. Да, вы видите, премка заканчивается у нас через 2 года. Каким образом, зачем и почему? Сегодня я попытаюсь ответить на эти вопросы и рассказать, почему именно премиум аккаунт, а не то количество кристаллов, которые я мог получить вместо него. Ни для кого не секрет, что премиум аккаунт является, наверное, одним из самых главных компонентов магазина, я бы сказал так, самых именно таки более покупаемыми, можно так как-то выразиться, именно таки тот товар, на который имеется огромнейший у нас спрос. Почему прем? Почему не кристаллы? Почему не контейнеры? Здесь все просто. У нас будут челленджи, у нас будет еще очень много всяких интересных ивентов. И я реально даже не думал, что мне брать, контейнеры, либо премку, либо оставить то количество кристаллов, которое я мог взять за именно таки данный межклановый чемпионат. Для всех тех ребят, кто не понял, откуда у меня появился данный прем-аккаунт, то здесь все просто. Мы выиграли межклановый чемпионат. Выиграли 20 тысяч рублей на команду. И в сумме так получилось, что у нас там в среднем на каждого игрока было около 2000 рублей в магазине танков. Ну и я все это дело выменял таким образом, что у меня в общей сложности получилось почти 2 года премиум аккаунта. И это меня не может не радовать со всеми теми событиями, которые у нас сейчас в принципе происходят в игре. Премиум аккаунт очень нужен. Он очень полезен и в челленджах, и вообще в принципе на всяких двойных фондах для вашего фарма. И если бы я бы имел бы эту премочку, вот условно вот эти вот 2 года, я имел бы где-то года так 3 обратно, когда мы только начинали развивать данный аккаунт, когда мы жестко нагибали, играли всякие цпшки, то я думаю, что за эти 2 года я мог бы нафармить около 20 миллионов кристаллов вообще просто в легкую. Просто в легкую, но сейчас времени на игру у меня не имеется так много, но премиум аккаунт никогда не будет делать какие-то именно такие негативные свойства и давать вообще в принципе какой-то минус вам. Это огромнейший плюс, это как фарм ежедневный, так и в любой катке, при заданках. Где только его нельзя вообще в принципе использовать, и те же челленджи, которые у нас сейчас вообще появились в игре, это офигенная крутая движуха, за счет которой именно таки популяризируется наш премиум аккаунт. Пикнулся я тут в такой регби, мне тут, я посмотрел, именно таки по заданкам надо в нем погонять, понагибать. Не знаю, получится у нас выиграть данную катку. Ну и также, ребятки, я хотел бы сегодня рассказать про тот момент, который у нас сейчас получается вообще в принципе со звездами. Ни для кого не секрет, что я хочу набить эти 2000 звезд, и потихонечку мы движемся к нашей намеченной цели. Я думаю, что уже в следующем году, я думаю, что в этом году мы уже не успеем набить данные 2000 звезд, но я, конечно же, постараюсь это сделать в последние 2 дня. Не знаю, получится у меня это сделать или нет. Но точно еще пару интересных роликов я на свой канал в этом году точно-таки запишу. И точно-таки вам интересные еще движухи расскажу. Это вот такой вот небольшой спойлер. Что же я получил за эту 1000 звезд? Я получил 3 интереснейших и красивейших анимированных краски. И что лава-лампа, что светодиоды, что именно-таки, я не помню даже как она у нас называется, гучи-фляж? Нет, не гучи-фляж. Сейчас мы скажем, как название. Тессеракт. Все эти 3 новых
анимированных краски, по моему мнению, являются очень таки красивыми. И реально, я хотел бы выразить благодарность, наверное, таки проекту за такой ивент, в котором реально годные призы и реально набивать данные звезды не просто интересно, не просто по фарму, по кайфу, но еще и выгодно, я бы сказал, так. 3-0 мы сливаем данную катку, и шансов на победу у нас что-то остается очень-таки мало. Не знаю, что мы сейчас будем тут пытаться сделать, но надо как-то обострить всю эту ситуацию и забрать, конечно же, 6 звезд. Куда же без них? Все-таки зачем мне премиум аккаунт? Главное свойство премиум аккаунта сейчас у нас в игре — это, конечно же, бонус двойных звезд. И любой ивент сейчас не обойдется без него. Поэтому нужно забирать 6 звезд с этой каточки. Я думаю, что у нас это, конечно же, получится. Не имеется у меня здесь, конечно, аптечки. Как-нибудь, каким-нибудь магическим образом, если мне дадут здесь проехать. 0 хп вообще остается, аптеки нет. И, ну, не сделаю я здесь ничего, это невозможно. Это невозможно на 0 хп переиграть четверых. Или же можно? Боже, что они делают? Я не понимаю. Если бы я бы сейчас смог бы еще бы переиграть парочку игроков, я бы поставил бы данный мяч на минимальном количестве здоровья. Даже вот такое бывает у нас в игре, и меня это не может не радовать, когда противник ошибается, но я реализую свои моменты. Что же касаемо именно таки ваучера, многие точно зададутся вопросом, то что я мог бы взять вместо премиум аккаунта именно таки контейнеры. И из контейнеров выбить что-то крутое, там, не знаю, может, какие-нибудь новые скины, анимашки, тот же даже премиум аккаунт. Но, конечно, то количество нарки, которое я бы выбил с данных контейнеров, если не ошибаюсь, то я мог бы приобрести где-то около 300-400 контейнеров. Возможно, таки, может, даже и больше, может, там меньше. Я особо-таки даже это дело не подсчитывал, меня оно не интересовало, мне интересовал именно-таки премиум аккаунт. Но один факт того, что с данных бы контейнеров я точно бы не выбил того количества и вообще бы в принципе не окупил бы это все дело. Ну, единственное, что я мог бы выбить, это, например, условно там 1 миллион кристаллов с одного контейнера в красном свечении, либо же там какой-нибудь скин. Понятное дело, чтобы анимашки всякие падали, но все равно по большей части нужно понимать, что я бы выбивал именно таки не всякие там премиум аккаунты, не анимашки, а тупую нарку в белом свечении. И здесь все довольно-таки просто, понятно. Понятное дело, что мне не будет постоянно падать что-то годное. Поэтому выбор был очевиден, пал на премку, и ни для кого не секрет, что я именно-таки тот игрок, который очень ценит премиум аккаунт. И если бы все это дело бы имело бы еще бы какую-нибудь дополнительную пользу, а не только ежедневные бонусы в виде 2500 кристаллов, а также нарки, ну, не в большом количестве, это было бы еще намного таки актуальнее. Но и так меня она радует, что можно таки спокойно не задумываться о том, что у меня там пропадет премка, что я не смогу там выполнить какой-то челлендж, и у меня будет не набиваться звезды, либо мне придется покупать этот же самый премиум аккаунт. Я четко знаю, что у меня на 2 года имеется премка с контейнеров, и еще не знаю, может, с каких-нибудь определенных движух у меня получится повысить данное количество премки, именно таки срок действия, и вообще не думать об этом, спокойненько играть, нагибать, зарабатывать звезды. Все понимают, я так точно на 100% уверен, то что этот челлендж является только первым, и данных челленджев в новом году у нас будет еще много. Премка нужна, она у меня имеется. Что может быть лучше, когда ты просто не задумываешься об этом и просто в свое удовольствие можешь себе позволить играть в свою любимую игру и не вкладывать больше в нее, по сути, ничего. Вот такой вот ролик у нас сегодня получился. Я надеюсь, что он вам понравился. Надеюсь, я убрал из вашей головы все те мысли, которые были, откуда у меня там прем, или я там, например, какой-то чит там использовал на премиум аккаунт, либо же вообще откуда он у меня появился. В этом плане я надеюсь, что у вас стало все понятно.
Поэтому приходите на стримы. Продолжаем каждый день набивать звезды в 22 по МСК. У меня на этом все. Всем спасибо. Удачи. Пока.